Ну что, соратники, здравия. Клоунада продолжается. Клоунада этого черного клоуна, которая началась буквально не вчера. Стою перед Чепуинским районом. Короче, все. Нам больше не проехать. Попытки остановить так называемый ЧВК Вагнер. В походе на Москву власть уже не знает, что делать. Импотенция власти уже видна всем практически. И эта клоунада должна заканчиваться. Почему это клоунада? Потому что, ну, сейчас немножко проведу аналогию. Все происходящее напоминает мне войну тифа и холеры, я не знаю, схватку жабы и гадюки, взаимодействия. Потому что думать, что Шойгу, который известен тем, что дал несколько тысяч или тысячу там автоматов, сам заявлял, тем, кто в Белом доме сидел, Ельцину условно, еще с тех пор эта банда, захватившая власть в России, дружит местами. Шойгу, который получил орден от Мальтийского ордена, и который впоследствии был назначен, то есть олигарх Шойгу, работающий на и находящийся внутри олигархической системы, получил некий карт-бланш и право на управление военными формированиями внутри так называемой России, которая осталась после распада СССР и со всеми вытекающими и втекающими, который, по сути, привел к тому, что имеем сейчас в вооруженных силах. С другой стороны, Пригожин, такой же путинский олигарх, очень давно, который дружит с системой и находится внутри ее, просто он руководит вооруженными формированиями, находящимися за пределами РФ, так называемые ЧВК и прочие, ЧВК Вагнера и прочие ЧВК. Сейчас он вдруг резко прозрел, как бы, и против мясных штурмов, извиняюсь, а Бахмут-Артемовск, это не мясные штурмы, а кто там-то их организовывал. Сейчас он за справедливость, но когда, по собственному выражению Трампа, больше 500 вагнеровцев он был вынужден уничтожить, когда они шли на не тот объект, который... Должны были захватывать тот, не тот объект, который должны были. Просто без ведома американцы что-то сделали. Их просто расхреначили, как и очень много-много других сирийских объектов. Это была показательная порка. Где там, почему он там не искал справедливости? Это такие же его люди. И думать сейчас, что пчелы резко начали возникать против меда, ну это может только очень наивный человек.